Александр Валентинович Северов, известный как Саша Север, культовая личность в криминальном мире России 90-х годов. Многие люди, которые были знакомы с Севером, отзываются о нем как о справедливом, умном человеке, ценность слова которого трудно переоценить. Михаил Круг довольно часто приезжал во Владимирский Централ к Северу, давал концерты и долго общался с вором в законе. В определенный момент жизни Саша Север начал давать интервью журналистам, в которых отвечал на вопросы и делился жизненными принципами. В одном из них Александр Валентинович рассказал о своем кредо. «Самое мое кредо, вот кредо, чтоб каждый человек был на своем месте и выполнял бы то, что ему положено, что природой заложено, то и должно быть». Именно с такой точки зрения он воспитывал и своих детей. Чтобы они нашли свое место в жизни, они следовали по пути, который за них кто-то заранее определит. Сам иди куда хочешь, но чтобы там был профессионалом. Хоть слесарем иди, хоть в ментовку, говорил Саша Север. Также Саша Север считает, что если бы такое убеждение было у всех людей в стране, каждый человек занимал свое место и выполнял только то, что ему положено, то это было бы такое государство, что город солнца нервно бы курил в сторонке.